Для нас большое значение имеет образование, воспитание и его отношения с родителями. А если по всем пунктам все отлично, мужчина будет на расхват. Скажи, а женщины какие ценятся? Вот какие китайские женщины считаются красотка? Вот какие они? Красивая женщина – это умная женщина. Образование не менее важно и для нас. А уже потом внешность и манеры. Скажи мне, китайские женщины, они же вообще прячутся от солнца, чтобы, не дай бог, не загореть. А ты загорелая. То есть это как-то?